Писатель Александр Проханов презентовал в «Югре» книгу. Роман «Убить калибри» сам автор охарактеризовал как имперский. В нем рассказывается о художнике-реставраторе Челищеве, который восстанавливает старинную икону Богородицы. Эта работа изменила мастера, материальные интересы отошли на второй план. Кроме того, на Челищева снизошла удивительная способность находить и уничтожать источники зла. На встречу с писателем пришло около полусотни любителей литературы. Им Александр Проханов рассказал о том, как рождался роман. По мере того, как я завершал этот роман, рядом возникал опять вот этот новый поиск, новая фиксация. Отмечу, в библиографии Александра Проханова более полусотни произведений. Писательской деятельностью он занимается уже почти 50 лет. Кстати, нашей телерадиокомпании Александр Проханов дал эксклюзивное интервью. Его вы сможете увидеть сегодня в 19:00 в программе «Больше, чем новости».